Напоминаю, здесь надо быть, чтобы не пропускать стримы. Сегодня было очень много интересного. Что-то будет на Бусти залито, что-то будет залито, не будет залито, может быть, вообще в принципе. Да. Хочу послушать трючок, наконец-то. Это не трючок, это инструментал, это музыка. Музыка Трипсайда. Все, не доходили руки, сорян, бро. Верю, что это должно быть хорошо. Ну чё, это экспрессия, машина, дрифт-фонг. Хотя дрифт-фонг фиолетовый, да, такой какой-то японский. Тут какая-то у нас, что, у нас американщина, как будто бы типа 80-х, да, что-то, как будто вот 70-80. И плюс вот такая вот еще вот история прям с шиной, да, внутри. Это как будто у нас протектор, а там внутри солнце и огонь, и все, вот прям дэм просто. Вот, ну, что-то с Punch'em the Club скоро будет. Скоро будет видос, скоро все будет сделано. Дизайн подготовили, короче, для стримчанского, да, мужа. Чтобы четко все было удобно, красиво все разбирать. То есть будет чуть-чуть отдельная сцена немного для панча. Я думаю, что завтра. Короче, до конца этой недели будет видос точно. Погнали, скрим. Трипсайд. Я знаю, что это инструментал. Прям опенинг трансформеров, да? Прям сразу синематик жесткий ебашит. Это даже не либо трансформеров, либо трейлера какого-то. Трейлера на блокбастер. Трейлер на блокбастер. Типа там какая-то одна хуйня там, блядь, не знаю. Дуэйн Скала Джонс тянет руку, да, короче. Там кого-то спасает, его там молния, вся хуйня, короче. Потом какая-то непонятная рука появляется. Тут, сука, роботы, бах, шаг какой-то, блядь. Бах, тут небоскребы, короче. Тут чуваки с вертолета стреляют. Пиздец, короче, сразу куча эмоций заново. Джон, ты здесь? Да-да-да. Бля, какие-то мини-штука появляются. Очень беспокойный бит, вообще сумасшедший. Тут по классике подгорело, да? Ну давай. Вот это прекратился у нас дефолтный фонг-трек, да? И начался какая-то авторская фишка. И... риф туда вставлен, хорошо. Ебать, ракешником вот так посыпалось, да, короче? Безумный Макс начался, да? Прям Безумный Макс 2. Шагает, да, бля, в мультике. Как его убьют? Ну вы поняли, да? Лиси, да. Я думал, ставишь ты еще раз эту хуйню, нет, да? Я когда увидел хром, да, 2.40, думаю, бля, ебать. Ты уверен? Ты уверен, что 2.40 это, ну, типа...
потом оно началось, да, еще такая динамика, я думаю, 2.40 с такой динамикой, да, типа, реально, что ли, потом в начале синематика, типа, что мы трейлер будем смотреть 2.40, блядь. А там, оказывается, нам спрятано три жирных парта, да, прям совсем разных, да, Роцк интересный, да, потом вот эта долбежечка, то, что под конец, интересная драмочка, прям такая выбивающаяся, достаточно дефолтный фонг, под который у нас, да, происходит много, короче, да, много всяких разных видосов, да, дрифт-фонг такой, Ливси, соответственно, шагает, да. Все шагают, все идут, и при этом это все замиксовано очень интересно. Бля, бро, осталось тебе только капа научить сводить, пиздата. И можно выпускать лютый альбом. Вот это прям, типа, я не знаю, как будто бы это к чему-то, да. То есть, как будто это к чему-то можно вот воткнуть, да. То есть, как будто это действительно, ну или к киношке, или еще к чему-то. Вот. Типа, как оно? Если мапчик тут остался, ты скажи, что, как тебе вот эта история, типа, от 1 до 10, да. Как челу, который в теме, соответственно. Если ты здесь и еще не ушел, можешь написать, что думаешь по поводу этого. Это же вообще твоя история, пиздец. Началось с того, что я просто гитару записал. Да ну нахуй. Это типа было не с фонка начато? Это было типа просто с гитары, на которую уже фонк пошел? В списке... А, вышел, может быть. Ну ясно, понятно. Ну ладно, ничего страшного. Понял. Типа записал гитару, а потом решил. А я думал, фонг ты сделал, и потом решил, ну, за это вот, да. Я думал, ты решил потом, короче, сделать. На фонг уже гитарку. Интересно, бля, интересно. Я 100% заберу это к себе в плейлист. Я не знаю, насколько актуально. Нет, наверное, у меня есть фонковский плейлист, тупо, да, в Яндекс.Музыке. Я его, блядь, возьму себе. Просто этот трек точно. Вот, оценивать я не смогу его, потому что он не попадет под критерии. Как будто бы было бы неплохо пооценивать это таким образом, чтобы когда появятся карточки продюсеров, типа это сработало, да, ну то есть чтобы это было в карточке продюсера. Но у нас же в карточке продюсеров будут треки продюсеров, которые в рейтинге типа у артистов, да, и у продюсеров тоже. А здесь как сделать, хуй понять, да? Тут, наверное, никак не сделать. Чисто на гитару сделал. Прикольно вообще, молодец, блин. Ну да, я помню, ты как бы это, в ту сторону, да, немного вот рифную. Это очень круто, особенно вот с электронной музыкой так или иначе. Это прям охуенно вообще. Потому что и то, и другое, это, во-первых, тренд, во-вторых, если тебе это нравится, и ты можешь это совместить, а как видно по этому треку, ты это совместить можешь, как будто бы это вообще твоя история, бро, максимально твоя. House, New Rave, New House, вот это, даже, знаешь, какой-то Deep Trance, да, и сейчас умудряются делать, ну, типа, какой-то, типа, миксуют, да, вот музыку из инструменталы, да, так сказать, дип-трансовые, да, прям, пиздец, какие-нибудь там Пол Ван Дайка, например, старый, да, он же вообще мастер транса именно, вот, и какую-то драмку поверх накладывают, и прикинь, гитару наложить жесткую, бля, ракешную гитару поверх транса, бля, вот. То есть что-то вот в таком все духе, короче, и это прямо будет охуенно. Трипсайз ТГ сказал, что станет вторым Славой Мерлоу в 2023 году. Ну, на самом деле, это вполне возможно, учитывая опыт этого человека и, в принципе, талант его в музыке. Я думаю, что да. Но для того, чтобы стать вторым Славой Мерлоу, тебе нужен второй Моргенштерн, бро. Это очень важно. Потому что при всем уважении к Славе Мерлоу, да, соответственно, надо понимать, что все-таки его музыку умел подхватить человеку. Это создание, это работа с коллабой. Слава неоднократно сам отмечал, что он не работал больше ни с каким человеком таким, вне зависимости от их отношений сейчас, да, так или иначе. Он не работал с отношением с человеком, у которого такое отношение к делу, который хочет покорить мир. Вот, и, соответственно, если у него будет тандем пиздатый, да, тандем артиста, в принципе, Риза неплохо довольно сочетается с ним и чувствует его биты. Вот из всех вот ребят, кто вот с ним, да, не, я хуй знает, может, остальные кто-то еще будет, из вот ребят, кто с ним уже работал, Риза как будто бы прям вот они вот, ничего, у них есть химия, заебись, короче. У них есть химия, да, хорошая, жестко экспериментирует, круто, бро, круто. Резонирует, да, да, резонирует, это точно. В общем, вот так вот. Круто, круто, бро. Без оценки, наверное, без оценки. Мне понравилось. Залью на сайт даже, я думаю, да. Кайф.
Я помню, ты хотел попасть на концерт Кенджела, такой на концерт он скипит. Я думаю, надо сходить будет. Я думаю, надо сходить будет на Кенджела. Посмотреть, как он вживую это отрабатывает. Надо будет. Жожа был? Нет. Не был. Да, я залью это на канал. Это охуенный трек. Пусть люди добавят. Почувствуют, послушают.